у нас уникальный шанс. Мы встречаемся с Анастасией, профессиональным косметологом, и она нам раскроет секреты ухода за кожей в Манитобе. Здравствуйте. Здравствуйте. Анастасия, вот я знаю, что от женщин Виннипега и Манитобы поступает масса вопросов о том, как ухаживать за кожей Виннипеги в Манитобе. Поделитесь опытом. Что нужно делать? Что главное? Чего нельзя ни в коем случае избегать? Суровый климат Манитобы, он, конечно, имеет последствия. То есть мы, в общем-то, бесконечно находимся в зиме. Она очень длится много месяцев, и в квартирах или в домах тепло и сухо, а на улице ветрено и морозно. Самая распространенная ошибка у новоприбывших женщин – это увлажнение утром, которое они проводят. Вот утром проснулась женщина, приняла душ, там, оделась и так далее, положила на кожу увлажняющий крем, и сверху она себя накрасила. И вышла минус, ниже минус 20. Например, что происходит с водой в тот момент, когда температура уходит на ниже нуля? Конечно же, это превращается в лед и травмирует наши поры. Наши поры разрушают, это просто разрушительный процесс в коже женщины. Вот это очень такая распространенная ошибка. Поэтому я бы посоветовала девочкам поменять местами ночной крем с утренним. То есть утренний увлажняющий, он не обязательно должен быть увлажняющим как бы для утреннего времяпровождения. Он может увлажнять вашу кожу замечательно в течение ночных часов. Что мы делаем с кожей вокруг глаз? С кожей вокруг глаз мы ухаживаем за ней и молимся, чтобы с ней ничего не произошло. Она очень уязвима, Стресс, недосыпание, переживания и генетика прежде всего. Потому что на генетике мы доезжаем до какого-то определенного возраста, а потом она заканчивается. И поехали паутинки под глазами, мешочки, темные круги и так далее. Прежде всего, я хочу сказать, что когда у женщины счастливые глаза, морщинки никто не замечает. То есть это очень важный момент. Кремы для глаз, под глаза, опять-таки же мы будем использовать ночной крем под глаза, чтобы у него была основа не аква, а была маслянистой. То есть это больше кремы, лифтинг-кремы будут использованы. Я очень-очень рекомендую, к примеру, ночная примула. Это такой ингредиент, который, он маслянистый, он работает над регенерацией кожи и так далее. То есть ваши глазки будут сиять. Насколько это возможно? Я знаю, что сейчас, на самом деле, огромный ассортимент различных коктейлей, там, серумов и так далее, да? Да. В магазинах, это не только аптека, да. Это магазины косметики, и не только косметики здесь в Виннипеге, тот же Winners и так далее, где наши девочки покупают крема. Вот. И как вы относитесь вообще вот к серумам? Все-таки нужно их использовать? Обязательно. Обязательно. А что должно входить в них? Какие компоненты? Потому что есть серумы с коллагеном. Ну, нет, конечно нет. Коллаген невозможен. Я сейчас, может быть, буду делать какую-то, знаете, антирекламу. Все правильно. Коллаген невозможно внедрить. Да. Это противоречит физике. И химии, всему на свете. Это невозможно внедрить. Молекула коллагена огромная, она не может проникнуть в нашу кожу. Ни с аппаратами, но ни с чем. Коллаген можно улучшить, выработку коллагена вашего внутреннего. Что вам нужно будет для улучшения работы коллагена, выработки, для его поддержки, это, конечно, гиалуроник эсид, гиалуроновая кислота. Да, она содержится в нашей коже. Изначально мы с ней рождаемся, со временем она уходит. И от этого вот это вот все жухнет.
Поэтому гиалуроновая кислота, конечно, она необходима. Поэтому если в серумах есть эйлюроник эсид, на английском это называется, девочки, покупайте, берите. Вы можете через своего косметолога это достать. Вы можете пойти к врачу-дерматологу. Там тоже, конечно же, это можно приобрести. То есть найти пути, как достать гиалуроновую кислоту. Это, она продается там, по 30, по 15 миллилитров. Наносится она на чистую кожу. Очень хорошо перед этим отпилинговать ее. Тоже, опять-таки же, я не путайте эйлюроник эсид. Эсид – это кислота, которая природная. И есть эсиды, которыми мы отшлифовываем кожу, пилингуем ее. Нужно это отшелушивание проводить, скажем, раз в месяц. И лучше всего делать это кислотой. Потому что со временем у нас клетка отшелушивается раз в 72 дня. То есть и отсюда вот пошли. Не только отсюда, но это одно из причин старения. И все-таки, если мы возьмем, допустим, уход за кожей, комплексный уход, в течение недели, вот что мы должны делать? Проснулись утром, нанесли ночной крем вместо дневного. Да. Одели пижаму и не сняли пижаму и пошли дальше спать. Под крем мы наносим серум с гиалуроновой кислотой, правильно? Вот. Здесь немножко у нас так не все так однозначно. То есть давайте скажем так. Утром мы встали, и если мы не проспали, и дети замечательно сами каким-то чудным образом собрались в школу или в садик, и у нас есть в запасе 20 минут, мы можем нанести эту гиалуроновую кислоту на лицо, дать ей 20 минут впитывания, и потом поверх нанести ночной крем. Милые девушки, женщины, близится весна, и я бы хотела вас пригласить к себе в салон. Это домашний спа, и девиз таков: куколки, пора превращаться в бабочек. Всего доброго!